Во Владивостоке сотрудники МЧС России приняли участие в акции «День донора», приуроченной ко Дню спасателя. Переливание крови позволяет спасти миллионы человеческих жизней, проводить сложнейшие операции людям с заболеваниями и тяжелым состоянием, представляющими угрозу для их жизни. Сотрудники МЧС по роду своей деятельности непосредственно знают о необходимости, да, когда действительно такие жизнеугрожающие состояния, и необходима донорская кровь. И вот сегодня непосредственно уже пришли поучаствовать в донорстве и помочь пациентам. Около 30 пожарных сдали донорскую кровь на станции переливания. Некоторые из представителей чрезвычайного ведомства стали донорами впервые, а кто-то уже не раз спасал человеческие жизни, сдавая кровь. Я считаю, что это очень хорошее, благородное дело, так как в дальнейшем и в будущем моя кровь поможет людям, которые очень в этом нуждаются. Я считаю, что каждый, кто может, у кого есть возможность сдать свою кровь, должны тоже поучаствовать в этой акции. Напомним, что донором может быть любой здоровый человек с 18 лет, прошедший медицинское обследование и допущенный врачом к донорству. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.